Время 6 часов, спустился на цирк. Погода скуксивается, как и ожидалось. Спуск — это более сложная часть, чем подъем, потому что скорость больше, контроля меньше. И появились первые царапины. Обещали после обеда в Красной Поляне небольшой, то есть маленький дождик. Я очень надеялся, что его не будет, но он есть. И самое интересное то, что он выглядит вот такими вот каплями. То есть сейчас идет бомбардировка Красной Поляны достаточно крупными градинами. Как-то значительно изменилось с тех пор, как я был здесь в последний раз. Обратите внимание на белые дорожки. Двигаюсь я очень-очень медленно, потому что болит коленка. Ох, рано лыжники закрыли сезон. Лето в одночасье превратилось в зиму. Тротинка теперь выглядит вот так. А внизу в Красной Поляне тишина и спокойствие, как будто никакого дождя здесь и не было. Он, конечно, был, но мне кажется, очень небольшой. А у домиков рыбина стало совсем тепло. Я даже снял куртку. Вот, лето вернулось, зима закончилась. А на шортах появилась такая вот испарина. Если провести пальцем, то она исчезает. Ну, собственно, на том месте, где все начиналось, все должно и закончиться. Это финальный стендап. Подвожу итоги, только что нажал кнопку стоп. Итоговое время всего переключения 9 часов 12 минут. И как обычно в конце говорится, благодарю маму и папу за то, что привили мне любовь к природе, походам и горам.